Соревноваться будут лучшие. С 18 февраля по 1 марта в Омской области пройдет 4-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». В этом году участники будут пробовать себя в 28 компетенциях. У нас 36 учреждений среднего профессионального образования на территории региона. 30 из них будут принимать участие в соревнованиях по различным компетенциям. Это 191 конкурсант. В каждой компетенции от 5 до 7 участников, не более. 242 профессиональных эксперта. Но, естественно, право принимать участие в соревнованиях получили только те студенты, которые прошли соревновательный этап в своих колледжах. И поэтому это на первом этапе порядка 600 студентов. Участие примут не только студенты, но и школьники. 40 ребят, которые еще даже не получили аттестат, продемонстрируют свои навыки в дошкольном воспитании, предпринимательстве, мобильные роботы техники, технологии моды, медицинском и социальном уходе. Не исключено, что именно для этой категории ребят чемпионат сыграет решающую роль в выборе профессии. Кадровый дефицит работников среднего образования в наших лечебных учреждениях составляет около 300 человек. И мы, конечно, рады использовать любую площадку для привлечения кадров в нашу систему здравоохранения. Ивановский колледж культуры поучаствовал в чемпионате впервые в прошлом году. Закупили оборудование, готовились к компетенции звукорежиссура. Каково же было удивление, когда один из студентов, Герман Трегубов, дошел до федеральных отборочных соревнований и победил. Соревнования проходят в три этапа. Сведение многоканальной фонограммы в стереотрек. Это первый день, они сидят 8 часов, работают. С перерывом на обед, естественно. Второй тур, это второй день, они озвучивают отрывок мультипликационного фильма, то есть им выдается видеофайл без звуковой дорожки, и они подбирают музыкальное оформление самостоятельно, да, самостоятельно также синхронные шумы, то есть звуки действия какие-то, и пространственное оформление. И третий этап – это создание радиопрограммы. Результат во многом зависит от психологической готовности ребят. Условия действительно жесткие, добавляет нерв ограниченность во времени. Многие студенты, которые уже принимали участие в чемпионате, но выступили не так удачно, как хотелось бы, в этом году будут пробовать себя снова. По итогам регионального этапа сформируют сборную Ивановской области, которая попробует пробиться в финал нацчемпионата. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.